Латыш, который не верит в страну. Плохо воспитанный латыш. Это заявляет профессор Латвийского университета о выживании нации. Кардиолог, профессор Латвийского университета Андрей Эрглис в программе ТВ-24 Presses Clubs, обсуждая текущие события в стране, высказал лаконичное мнение. Если нет доверия к стране, то плохо воспитанный латыш. Он задается вопросом. Если ты не веришь в страну, то кто ты? Кто ты? Добрый день, дорогие друзья. Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня вторник, 22 октября 2024 года. Продолжаем дальше. Что заявляет этот кардиолог, профессор? Рассуждая о латышах и латышскости, кардиолог оглянулся на историю. Давным-давно, в начале 18 века, в Латвии, входящей тогда в состав Российской империи, проживало от 300 до 400 тысяч жителей. Всего лишь навсего. Увеличение численности произошло за счет внутренней миграции, поскольку все проживающие в Латвии были латышами. Если бы мы занялись генетикой, то было бы ясно, что и тогда, и сейчас все записи наших предков перепутаны. Все записи наших предков перепутаны. Позже, во время Первой мировой войны, население увеличилось на 500 000. Но во время советской оккупации количество латышей в Латвии уменьшилось. Их стало всего 40%. Почему этот провал? Он задает вопрос. Потому что это дает нам опыт, который нужно учитывать. Мы должны чрезвычайно строго соблюдать свой культурный латвийский код, несмотря на кровь. Профессор убежден, что даже во время миграционного кризиса многое зависит от самих себя. Чтобы получить урожай, ну вы понимаете, что это в кавычках, кавычки открываю, да, друзья, в кавычках. Чтобы получить урожай, продолжает он, нам нужно вспахать больше полей. Понятно, что в Латвии будут мигранты. Больше или меньше. Я говорю не о тех, кто въезжает на полгода, а о тех, кто захочет остаться в Латвии. Напоминаю, вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Речь идет о Латвии. Им нужны правила, которым следует следовать, чтобы получить вид на жительство, аналогичный в кавычках «зеленой карте» в Америке. Мы не можем закрыться от всего этого процесса. Но в то же время мы должны быть осторожными. Кавычки закрываются. Повторяю, вот что он заявляет, вот последнее предложение. Мы не можем закрыться от всего этого процесса. Не можем. Но в то же время мы должны быть осторожными. Пишите комментарии, друзья. Что вы думаете по поводу высказываний этого профессора, кардиолога? Повторяю, латыш, который не верит в страну, плохо воспитанный латыш.
Желаем всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Поставьте лайк под видео, подпишитесь на наш канал, поделитесь в социальных сетях, просто так поделитесь. До свидания, до следующих видео. Спасибо, друзья, за поддержку нашего канала. Напишите, что вы думаете. Как он, профессор Латвийского университета? Прав он или не прав? Что он тут наговорил? До свидания.